приветствую всех в одном из новогодних трамваев, украшенных к новому 2021 году. Маршрут 47, метро Университет, Нагатино. 27 декабря, до Нового года 4 дня. Трамвай современный. Есть, конечно, старинный ретро-трамвай. Я мое первое видео, связанное с московским трамваем. Сейчас мы едем в сторону Нагатина. Также еще украшены некоторые электробусы, коммунальная техника, буквы М ходят на некоторые станции метро в шапках Деда Мороза. Следующая остановка – второй Нагатинский проезд. Здесь недалеко станция метро Нагатинская. Скоро будет Коломенская. В некоторых местах будет стоять просто трамвайные пути, связанные с московскими светофорами. Конечно, для них есть специальные сигналы, которые регулируют их движение, чтобы сразу не было ни автомобильного, ни трамвайного. Нагатинские проезды, южная часть Москвы. Десят трамваев, 50 электробусов так украсили Новый год. Около 50 трамвайных маршрутов. Нагатинский затон. Нагатинский затон. Нагатинская пойма. Пусть реки, парк, остров мечты. О, трамвай, конечно, так достаточно часто, но маршрутов. Thank you.
Следующая остановка. Метро Коломенское. Вообще можно доехать с одной станции московского метро на другой или дорожными станциями. Дополнительный вид транспорта. Трамвай. История московского трамвая начинается с конца 19 века. Очень много лет. Впереди у нас метро Коломенское. Маршрут. Нагатинский до Коломенской на трамвае вставляет. 10-15 минут. Я снял часть этого маршрута, а заодно показал вам новогодний трамвай, потому что это не каждый из них так крашен. Нельзя, надо будет подождать. Мне повезло, где он попался. Конечно, при проезде в таком украшенном транспорте сразу появляется новогоднее настроение. По правилам дорожного движения у трамваев всегда преимущество, кроме выезда из депо.